Делегация посольства Швейцарии в Российской Федерации посетила с рабочим визитом муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане и Швейцарии, наметили дальнейшее сотрудничество. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди тепло встречает гостей. В их числе чрезвычайный полномочный посол Швейцарской конфедерации в России и Руси ИВ, старшие советники посольства Шурх Франк, Кальде Дороте и другие. Мы очень рады вашему приезду и надеюсь, что это ваш приезд, ваша встреча, это хоть первая, но не последняя. И вы без нас просто не сможете там терпеть и часто будете приезжать. После приветственных слов России ИФ интересуется дагестанской культурой. Спрашивает о том, как уживаются в Дагестане столько национальностей. Дагестан чем-то отличается от других регионов, тем, что между нациями здесь братство. Ко мне подошла христианка, взрослая женщина русская, и она говорит, давай, говорит, перед пятничным днем сделаем субботник вокруг мечетей. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане. В свою очередь шейх Ахмад Афанди рассказал о структуре деятельности духовенства республики, а также о том, как муфтият выстраивает работу с населением. Учебные там есть, медресы, есть институт. В общем, они там получают образование. Мы каждый год мы делаем аттестацию имамов. Соответствуют ли они этой работе или нет? Посол Швейцарской конфедерации поделился информацией о мусульманах в Швейцарии. Он отметил, что в их стране такой выстроенной системы религиозной деятельности, как у Дагестана, нет. Но у нас нет главного муфтия. Вот это, конечно, проблема. Швейцарская делегация находится в Дагестане впервые. Их визит продлится всего 2 дня. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.